Друзья мои, всем привет! Сегодня выходной день, шикарная погода, а это значит, что мы идем с вами в очередной поход. Сейчас я вам расскажу. Итак, куда мы сегодня с вами пойдем? На данный момент я уже поднимаюсь на смотровую площадку 7 ветров, которая раньше была открыта для всех, но потом дорога стала закрыта, и теперь туда подняться можно только пешком. В общем-то, я пытался подняться по главной дороге, по асфальтовой. Вот, я уже так делал несколько раз, но давно. И меня, в общем-то, сейчас не пустили. Я подъехал туда, мне сказали, нет, тут нельзя. И я тут же открыл Maps.me и нашел буквально рядышком старую трассу для даунхилла. Кто не знает, что такое даунхилл, даунхилл — это скоростной спуск на горных велосипедов с горы. В общем-то, ну я думаю, вы уже поняли, да, по трамплинам, по всяким препятствиям, что я иду именно по этой трассе. Она должна дойти прям до 7 ветров. Сейчас я поднимусь наверх и потом пойду в бок. Как-то так. Да, кстати, пока поднимаюсь, хочу сказать вам, что подписывайтесь обязательно на канал, ведь это продвигает видео. Ставьте лайки, это тоже продвигает видео. Это, кстати, бесплатно, вот. Так что пользуйтесь. В общем-то, с недавнего времени мой брат Артём посоветовал мне создать Яндекс.Дзен, и вот буквально на днях я его создал. И теперь буду заливать видео туда, на случай, если вдруг что-то случится с Ютубом, всегда останется Яндекс.Дзен. Ну а также есть телеграм-канал. Я надеюсь, вам слышно, как птички щебечут. Блин, круто, посмотрите, когда сделано. Ну, видно, что тут ребята очень даже постарались. Немножечко вон подгнили доски, конечно. А так сделано вообще круто. Офигенно. А я такие же, кстати, конструкции, рампы, наверное, называется это правильно, встречал, когда на Айпетре поднимался. Да-да-да, я шел по корейской тропе, которая подходила к Вороньей скале. И вот до Вороньей скалы тоже были с конструкцией такие. Я еще тогда подумал, нифига себе, думаю, тут люди безбашенные катаются, блин. Офигеть, там, ну,
такой уклон-то нехилый получается. То есть ты такой едешь, 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 едешь. Тут обрыв метра 2-3. Вот так вот летишь и потом на эту рампу. Офигеть. Блин, не дай бог не долететь вот в эту штуку влупиться. Это жесть вообще. Ой, так, ну ладно, я тут лучше вот туда на виды красивые посмотрю. Уже довольно-таки неплохо так набор высоты прошел. Итак, это так, к слову о том, для чего нужна вообще туристическая обувь. Вот у меня не туристическая, но берцы, которые более-менее жесткие, с обалдеть какой толстой подошвой. И вот в них, вот по такому, более-менее комфортно идти. Более-менее. Опять же, нет предела совершенству. Вот. Я тут заезжал недавно в магазин, смотрел трекинговые ботинки в Trial Sport. Мне понравились Millet G-Track 4. Крутые боты такие прям, ну, серьезные. В плане того, что серьезная подошва Vibram, фурнитура, обклейка, то есть защита там классная. Классная обувь. Возможно, буду брать себе именно их. Как обычно, красота в мелочах, ребятки. Смотрите. Просто остановился, чтобы переодеться, и тут такая красота. Слушайте, ну, стала довольно-таки такая хорошая тропа прям. Класс вообще. Идти крайне комфортно стало. Вот что я хочу сказать. Итак, сейчас понаслаждаюсь быстренько видами. Попью чаек. Попью чаек. Ну и пойду дальше. Как бы для меня сегодня это не конечная остановка. Тут мне еще идти, идти, как говорится. Итак, сегодня у нас, кстати, обещан дождик где-то с 3 часов, но что-то нет-нет, он так раньше начинает подкапывать. В общем-то, у меня с собой все от дождя есть. У меня есть с собой дождевичок, самый беспонтовый, который стоит там 60 или 100 рублей. Вот. Но при этом он полностью непромокаемый. Абсолютно непромокаемый. Потому что он сделан из целлофана. Вот. Есть rain cover на рюкзак. Кто не знает, это такая накидка. Она обычно идет яркого цвета. Одевается прям на рюкзак, чтобы... Ну, в общем, вещи в рюкзаке были сухие, потому что рюкзак сделан из не толстой ткани, чтобы он был легким, естественно. Вот. Ну, в общем-то, вот так вот. Природа, класс вообще. Так, ребятки, вот он, серпантин, который находится между Новороссийском и Кабардинкой. В общем-то, получается, сейчас будет место, в которое я поднялся в прошлый раз. Красота. Просто красота. Итак, ребятки, ну, кто помнит, в прошлые выходные я поднялся вот сюда, получается, первым делом. Вот. А конкретно поднялся я вон там примерно. Поднимался с батареи капитана Зубкова. Дошел до места, в котором в прошлый раз поднимался. Офигеть. Смотрю, аж этот. Аж страшно. Думаю, как я тут поднялся-то вообще?
Капец тут. Уклончик, вообще жесть. Вот это, кстати, парковка сразу же после серпантина, которая. Ну а вот там получается парковка. Вон там вот. Это которая уже именно где я останавливался. Ну, я так понимаю, вроде она, да. Блин, кораблей, посмотрите сколько. Обалдеть, да? Стояночка. Класс. Иду сейчас и не могу понять, откуда ветер идет. С какой конкретно стороны. Нужно уже как бы покушать. Время 12 с копейками. Можно покушать уже. Вот. Нужно где-то как-то выбрать местечко такое. Более-менее безветренная. Итак, в общем-то, расположился вот таким вот макаром прям вдоль дороги. Вот. Ну, более-менее вид какой-то тут присутствует. В общем-то, времени сейчас у нас 13:07, 10 тысяч шагов сделано. Как-то так. Расстоянию это 6 километров 990 метров. Вот так вот показывают часы. Все, стою, жду, когда нагреется. Сейчас покушаю. И, возможно, еще нагрею себе водички. И сделаю кофейцо. Я взял с собой целых 3 упаковочки кофе, 3 в одном. Вот. Много чего сегодня, кстати, взял. Сегодня взял 3 гематогена с L-карнитином. Коровку взял. Ну, конфетки, коровка, кто знает, да? Потом что еще с собой взял? Чай взял. А, пару казинаков взял с собой. Чай, воду. Кофе 3 в одном, несколько штук аж. Офигеть просто. Итак, я покушал, попил кофейцо. Классно. Настроение сразу же улучшилось. Но, если честно, что-то я так хорошо поел, что теперь хочется спать. Вот. Но мы пойдем с вами дальше. Прогуляемся. Шикарные виды у нас тут с вами открываются. Это, друзья мои, Квашин бугор. Высота где-то 600 метров вроде бы. Так, ну а мы с вами сейчас пойдем дальше, в ту сторону. Иду, дождик накрапывает такой маленький. С ветром так неприятно. Сейчас подхожу к месту, где на прошлых выходных обедал. Можно было бы пообедать мне здесь в этот раз, но сегодня что-то сильный ветер. Да здесь бы даже не получилось разогреть. Дует с юга, со стороны Геленджика. Видите, да, сами? Ветерок. Я думаю, пора уже одеть перчатки потеплее. Как звучит лес. Вот, короче, кто не знает, что такое rain cover. Вот такая вот штучка от Trek Planet. Ну, у меня рюкзак фирмы Trek Planet и, соответственно, их не rain cover. Классная штука. Кстати, шла в комплекте с рюкзаком. Офигенно, да? Вообще, прелесть этой накидки для рюкзака rain cover, что он еще и таким цветом, что его видно будет капец издалека. Ну то есть, представьте себе, да? Какой контрастик. Мне кажется, я на горе иду как просто как яркая точка. Все, меня видно сейчас вон с Кабардинки, хотя Кабардинка находится. А сейчас покажу вам, где она находится. А вон там вот впереди она и находится у нас. Кстати. А вот уже и гора совхозная. Вот, сейчас быстренько дотопаю до нее. Поднимусь, ну и, наверное, начну обратную дорогу.
Посмотрите, какой мы с вами проделали долгий-долгий путь. Офигеть. Кстати, часы, ну, браслет фитнес показывает уже более 10 километров, что я прошел. А мне нужно сейчас еще будет обойти гору Совхозная, подняться на нее и вернуться. Вот посмотрим, сколько это выйдет по расстоянию и по времени. Самое это главное. Ну, в общем-то, гора Совхозная уже вот. Рядом со мной. Иду. Камни скользкие. Ботинки скользят по камням. Так, ну нам надо подняться. Я так предполагаю, что мне сейчас нужно будет одевать этот дождевик, потому что без дождевика я сейчас так понимаю, что я просто начну отсыревать. По крайней мере, куртка уже мокрая. Да, наверное, сейчас пусть одену. Итак, ну, в общем-то, вот такая вот хрень. По-другому это не назовешь, кроме как хрень. На разочек чисто одеть, я думаю, что и то она, наверное, в конце похода порвется уже от ветра. Да, надо все-таки купить себе хороший качественный дождевик, плотный. Пусть он будет потяжелее, пусть он будет немного занимать место, но при этом зато ты его оденешь и будет максимально комфортно. Вот. Не будет ни продуваться, ни намокать и так далее. Вертушка полетела вон. Так, ну в общем-то в прошлый раз я спустился с горы Совхозной и пошел вот по этой дороге и вот по той хребтине спустился вниз до трассы М4. Значит, сейчас нам предстоит подъем на Совхозную. Кажется, ерунда, но тем не менее, это только так кажется. На самом деле там успеваешь прям нехило так подустать. Так вот, маленькими шажочками поднимаешься. Вот. Ну, в принципе, так вот правильно. В прошлый раз, когда я здесь поднимался, никакого удовольствия от подъема не испытал. Почему? Потому что просто-напросто торопился уже. Время было, ну, немало, и уже начинало темнеть. И поэтому я торопился. А в этот раз у меня времени, ну, побольше. Плюс я знаю, куда мне нужно идти, по какой дороге. Вот, поэтому попроще. Вот. Ну и так вот. Иду. Такая. Зато голова в этот момент просто чистая, полностью. Итак, я думаю, понятно, да, что я поднялся на гору Совхозная высотой 700 метров. Льет дождь, дует сильный ветер. В общем-то, вот сама вершина. Так нехило, я вам скажу. Возможно, телефон будет дергаться из-за сильного ветра. Тяжело держать его. Вот и капли так сильно не бьют.
Фух, итак, я, короче, спустился на дорогу. В общем-то, сейчас пойду в обратную сторону. Сейчас скажу, сколько времени. Ну и сколько я нашагал. Так, время 15.09, 17 900 шагов, 12,9 километров. Вот так вот. То есть, короче, 3 часа. Но я думаю, что сейчас я в обратную сторону до спуска буду идти часа полтора-два только. Вот, ну потому что я еще остановлюсь, покушаю. О, кстати, УАЗик какой-то едет, нифига себе. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите. Классно. По такой-то дороге так неплохо едет. Ну вон, дорога-то не ахти тут. Блин, здесь и ветра, кстати, меньше снизу. Я бы сказал бы вообще, по сравнению с тем, что происходит там наверху, здесь просто кайфово. Кстати, смотрите, дождевик-то какой сырой. То есть, вот это все могло бы быть на куртке. Так что вот так вот. Ну, возможно, он даже переживет этот поход. И останется еще на пару походов у меня. Вот. Так-то вещь прикольная, но надо понимать, что нужно аккуратненько с ним все делать, одевать, снимать. Блин, он весь такой хлипкий. Вот. Хотелось бы что-нибудь, конечно, такое. Какое-нибудь баллоневое, чтобы помощнее такое, в общем-то. Чтобы можно было и не бояться, там, если где надо, присесть на него. Как будто, кстати, циклон какой-то был, да? Ну, гораздо хуже видно было. Посмотрите, как сейчас хорошо видно стало. Даже Геленджик вон виден. Вон он там. Вон там Геленджик. Ой, фокус на палке отвлекся. Да и дорогу вон видно к Геленджику. Класс вообще. Ну, в общем-то, вот так вот иду в обратную сторону. Вот по такой дороге. Сейчас на обратном пути видел там местечко. Дерево так лежит вдоль дороги. Удобно, можно посидеть там. И ветра вроде особо нету. Наверное, до туда добреду там. Опять покушаю. Кофейцо себе сделаю. Так, в общем-то, дошел я до деревца, где можно посидеть. Оно, конечно, сырое, но, в принципе, пятиточечник, я думаю, нас спасет в этом случае. Вот. Ну, здесь можно будет и приготовить сразу себе покушать. Удобненько, класс. Так, в общем-то, вот так расположился. Такое вот деревце здесь. Ну, тоже прям на дороге. Так вот прикрыл от ветра. Вроде более-менее. Ну вот. Мокрые штаны. Видите, да, наверное? Где сухо, где мокро. Ну, с этой стороны такая же история. Вот. Ну, грязный, понятное дело. Так по куртке вроде бы внутри не чувствуется. Ух, сырая она, не сырая, не могу сказать. Вроде нормально. Вот. Ну, вот как-то так пока что. Пока что новости примерно такие. Ушел недалеко. Гору совхозную. Вот, буквально вот видно. Вот, за там пару витков от нее прошел буквально. Может, километра два отошел от нее. Вот так. Все, буду ждать сейчас, пока разогреется, покушаю, потом себе сделаю кофе, попью кофе, ну и пойду.
уже теплая. Итак, я покушал. 16:11 сейчас. 4 часа. Сегодня будет темнеть чуть пораньше. Я так предполагаю, потому что солнца нет вообще. Только тучи. Поэтому стемнеет быстро. Вот. Ну, я сейчас думаю, минут за 5, за 10 я попью кофе. И отправлюсь дальше в путь. Вот. Ну и уже вряд ли буду долгие такие остановки делать до конца маршрута. Жду, когда закипит вода. Кину кофе 3 в одном туда. Попью. Ну и все, и можно будет дальше идти. Так, ну все. Вода закипела. Выключаем. И закидываем туда кофе. Друзья мои, кто пьет чай, приятного чаепития или кофепития вместе со мной. Божественно. Так, попил, поел. Все, можно дальше идти. Надолго останавливаться тут нельзя, потому что холодно. Замерзают руки. Вот. Даже если я сейчас одену теплые перчатки, руки все равно будут замерзать, потому что тут буквально они быстро вымокнут. Вот. И никакой дождик не спасет, потому что он не закрывает там по локоть примерно всего. Смотрите, какой слой прилипает к ботинкам. Глина. Ой, жесть вообще. Это вот к слову о том, почему я одел именно эти берцы сегодня. Потому что их легко мыть. Другие, которые у меня замшевые, их вот от такого потом отмыть, это вообще что-то с чем-то просто. Тяжело, короче. Вот. Короче, как вы можете догадаться, я все-таки одел дождевик, потому что, ну, без дождевика что-то как-то уже так себе идти мне. Вот. Ну, иду сейчас, в принципе, нормально. Блин, пришлось опять остановиться, потому что камни какие-то попали в правый ботинок, прям мешало. Вот. Вообще, по-хорошему, конечно, гамаши было бы одеть для такой погодки. Остановился немножечко поснимать, пока тут вроде есть возможность. Ну, хотя ветрище такое стоит, жесть. Все, долго не буду снимать, руки замерзают. Погнали дальше. Так, вроде бы дождь прекратился, но этот пакет я сейчас снимать не буду. Пакетом я называю дождевик свой, потому что мусорные пакеты то, наверное, будет толще. Я в первый раз, когда одел и снимал этот дождевик, я уже там что-то порвал. Так что, в общем-то, как-то вот так вот. Реально, мусорные пакеты будут жестче, чем здесь, чем этот целлофан. Ну, как-то так. Дошли с вами до места, которое называют Квашин Бугор. Кстати, туда ведет аж автомобильная дорога, смотрите. В принципе, если у вас там Нива или УАЗичек, можно подняться туда. Довольно-таки красивое место. Почему? Потому что, ну, как вы можете заметить, вот здесь вот нету растительности. Выглядят как какие-то альпийские луга. Красоты. Все такое, конечно, серенькое, да? Так, ну конечно, пройти мимо и не снять красавчика Новороссийска невозможно. Обалдеть.
воде. А вот тот самый серпантин, кстати. Да, тишина, спокойствие. Классно. И дождь, кстати, закончился. Вообще идеально. Я сейчас буду идти в том месте, где, по идее, в прошлый раз я должен был нормально выйти по тропе. Так что я посмотрю, вообще имеется ли она там. Может, это я, дурак, в прошлый раз там затупил как-то. Ну, вот это то место, получается, откуда я должен был в прошлый раз подняться. Вот сюда. Вот. А я поднялся где-то аж там. Ну, сейчас немного сюда пройду, посмотрю, где же я так затупил. А, ну все правильно, в общем-то, вот и все. В общем-то, вот и закончилась нормальная дорога, и началась вот такая вот, ну, тропа, да, там, кто ее видит вообще. Понятно. Значит, в прошлый раз все-таки, наверное, правильно, что я пошел так, как я пошел, так, как удобнее было. Вот. Ну, теперь хоть буду знать, что от батареи лучше не подниматься. Вот, лучше либо дальше уж ехать до Кабардинки и там подниматься, как я спускался в прошлый раз. Либо наоборот, где-то раньше подниматься, как вот, допустим, сегодня я поднялся. Тут, кстати, где-то показывает, а вот тропа идет, можно спуститься. Сейчас посмотрим. По идее, можно спуститься прям до этого, до серпантина здесь. Ну, понятно, да, что и тропа здесь поцивильнее будет. Так, ну я по ней не пойду. Кстати, вон уже чуть-чуть свет повключали в Новороссийске. Вон колесо отлично видно, светится. Я пойду по нормальной дороге, по какой я и пришел. Дождя нет, поэтому я снял мусорный пакет. Вот. И все. Иду кушаю гематоген с L-карнитином. Вот. Иду кушаю. Офигеть, да, друзья мои? Под вечер вышло солнце. Обалдеть просто. Красота какая, а? Да, хотел пойти дальше, но походу я сейчас тут ненадолго сяду, отдохну, ну, полюбуюсь закатом. Чего уж. Сел, короче, сижу, наблюдаю. Все, друзья мои, пора нам дальше с вами двигаться. Уже почти стемнело. А мне еще идти, наверное, до места, где я буду спускаться. Я думаю, еще километр может топать где-то так. Вот. Ну и потом еще спускаться километр 3-4. Как-то так. Погнать. Ну, в общем-то, как и всегда, у меня в последнее время получается
связи с тем, что довольно-таки рано темнеет, я спускаюсь на фонарике. Итак, друзья мои, ну как всегда, интересные новости, блин. Иду, и сзади слышу вой шакалов. Ну вот. Слышите? Вот. А я сегодня, кстати, с собой не взял даже шокер. Только перец. Смотрите, какая красота, ребятушки. Красота. Так, друзья мои, ну, как вы понимаете, я уже почти-почти спустился. Итак, время 18:54. Мы сделали 32 тысячи шагов. Это 23,3 километра.